Приветствую вас, дорогие друзья, и добро пожаловать в мой новый влог. Друзья, я уже собралась, у нас 8:30 утра, ну и по традиции, как всегда, хочу вам показать мой образ дня. На мне черное платье миди из тонкого трикотажа. Покупала я это платье давно в магазине COS. Мне нравится то, что это платье очень лаконичное и минималистичное. Обожаю его. На ногах новые кроссовки от Kennel und Schminger. Очень я осталась довольна своим выбором. Несколько раз уже надевала. Они действительно очень удобные и просто невесомые. Могу вам от души посоветовать эти кроссовки. Друзья, сейчас с утра уже у нас светит солнце, но воздух прохладный. И вечера также стали прохладными. Но сегодня передавали еще жаркий день. И вообще в этом году лето нас балует. Ну а мы продолжаем наслаждаться. Итак, друзья, поехали. Я подъехала к родителям. Сейчас забираю маму, и мы с ней едем в кафе на завтрак. Но затем мы хотим вдвоем прогуляться по магазинам. Ну и я, как всегда, беру вас сегодня с собой. Поехали. Итак, друзья, сегодня мой день начинается с приятного завтрака в уютном кафе вместе с моей мамой. Так как погода была утром замечательная, мы решили сесть за столик на террасе. Заказали сок и ароматный латте макиато. Далее мы выбрали вариант завтрака на двоих, который подается на небольшой этажерке. Завтрак выглядел очень разнообразно и аппетитно. А также, друзья, здесь с террасы открывается потрясающий вид на реку Кинцик. И посмотрите, как же красиво блестит вода под солнечными лучами, а на ее поверхности играют блики. Вот, казалось бы, в такие простые моменты я чувствую, как замедляется время и погружает меня в приятную атмосферу. И как все-таки важно находить время для вот таких простых удовольствий, и, конечно же, важно уделять внимание нашим родным. Да, друзья, мы не осилили все то, что нам принесли, уж было всего много. Наевшись вкусных булочек и круассанов, получив заряд энергии, прилив сил и отличного настроения, мы отправились в центр прогуляться по магазинам. Друзья, давайте вместе посмотрим на новую осеннюю коллекцию декоративных изделий. В осеннем сезоне особое внимание уделено тыквам. Посмотрите, какая красивая тыква из стекла с блестками. Цена 14,99. А также декоративные грибы из дерева и керамики разных форм и расцветок. К сожалению, друзья, этот магазин объявил о своем банкротстве. И сейчас здесь распродажа, но именно на осеннюю коллекцию еще нет скидок. Я думаю, что через месяц можно осеннюю декорацию приобрести за полцены. Также посуда в осенних мотивах погружает в сказочную атмосферу. Посмотрите, какие интересные кружки в виде грибов. Также керамические желуди и грибочки. Такими изделиями, например, можно декорировать веточки. А вот посмотрите, какой контейнер для хранения в форме тыквы. Интересно, правда? Друзья, вы только посмотрите, какой красивый стеклянный фонарик. Эта форма напоминает мне на турецкие фонари, только там они цветные. Мне очень понравился этот фонарик, но только у меня нет идеи, куда его можно у нас дома повесить. Цена за фонарик 23,99. И да, друзья, на данный момент товары можно приобрести за полцены, только где указана вывеска.
Ну а теперь, друзья, давайте в общем посмотрим цены на товары. Вот, например, подсвечник для тонких свечей мятного оттенка, цена 16,99. Подсвечник для широких свечей из прозрачного стекла за 7,99. Далее, широкая свеча большого размера с блестками 7,99. И свеча размером поменьше за 6,99. Стеклянные кашпо для цветов, цена 19,99. Керамическая тыква, также мятного оттенка, за 14,99. Друзья, посмотрите, какие красивые декоративные веточки ежевики. Цена за веточку 5,99. Огромное удовольствие мне доставляет рассматривать красивую посуду. Вот, например, эти тарелочки в форме цветов могут быть прекрасным украшением стола в осеннем сезоне. Друзья, ну а мы с мамой просто застряли возле искусственных цветов. Очень красивые гортензии, хризантемы, пионы, просто как настоящие. Вы знаете, я решила купить искусственные цветы и поставить вазу с цветами на мой туалетный столик. Так как свежесрезанные букеты – роскошь не на каждый день, а мне хочется радовать свой глаз каждый день. Цветы, пусть даже искусственные, прекрасно украшают интерьер. И да, друзья, я определилась с выбором. Друзья, вы только посмотрите, вот этот, например, шикарный осенний букет создает яркий акцент на столе, а лаконичная посуда подчеркивает красоту композиции. Вот именно такое оформление выглядит очень стильно. Соль с приправами в салонке. Давайте посмотрим цену. Цена 15,99. А это соль с чесноком и розмарином. Цена также 15,99. Друзья, я уже дома. Вы, наверное, догадались, что мой выбор пал на пионы. Когда я увидела эти нежные цветы, да еще и оформленные в готовые букеты, я без сомнения забрала последних два букета. И к моему приятному удивлению, это единственные цветы, которые были со скидкой 50%, так как пионы осенью не актуальны. Далее мы с мамой зашли еще в ТК-Макс, и там случайно я увидела вот это золотое косметическое зеркало. Это зеркало двухстороннее с функцией пятикратного увеличения. Цена этого зеркала 17,99. Далее покажу вам также небольшие покупки из магазина Лорей. Это щеточка для мытья посуды и мини-тарелочка для комплимента. Посмотрите, какая милая тарелочка. А это деревянный поднос для чашечки кофе и стакана воды. Цена 14,90. Я купила специально этот поднос для того, чтобы мне было удобно подать кофе с водой моим клиентам. Заменила щетку для мытья посуды и показываю вам результат. Как выглядит букет пионов на моем туалетном столике? Ну а теперь я приступаю готовить ужин. Сегодня я решила приготовить филе бедра индейки в сметанном соусе, а на гарнир гречку. Сначала подготавливаю овощи, чищу и нарезаю мелкими кубиками. Ну а пока я все здесь подготавливаю, хочу с вами немного поболтать.
Девочки, вы спрашиваете, какие блюда я готовлю для своей семьи. Так вот, готовлю я также самые простые банальные блюда, такие как борщ и плов, а также разные супы. Но так как наши дети любят еще и азиатскую, и итальянскую кухню, то я также часто готовлю, например, лазанью, спагетти болоньезе. Из азиатских блюд я часто готовлю суп том-ям или суп том-кха, или также они еще любят карри по-тайски. И еще я часто готовлю количество еды немного больше, чтобы хватило и на следующий день. Так я устраиваю себе разгрузку и могу заняться другими делами. Теперь подготовлю мясо. С филе бедра индейки убрала кожу, помыла, промокнула филе салфеткой и обрезаю лишний жир с мясом. Затем нарезаю небольшими кусочками. Девочки, я вообще больше предпочитаю есть и готовить наши привычные блюда. И мне часто приходилось бороться, чтобы мои дети эти блюда полюбили. Помню, как они приходили из школы и с нетерпением спрашивали, что сегодня на обед. Когда я отвечала, что сегодня борщ, в их глазах я не видела восторга, а только слышала грустный вздох и слова «онлайн». Но однажды, когда мы отдыхали на Бали, наш младший сын Марсель после 2 недель погружения в азиатскую кухню с тоской произнес мне, что больше не может видеть эти блюда. Ему хочется чего-то домашнего. Я, конечно, была в шоке и задала ему вопрос, что именно ты хочешь? И он с полным серьезом на лице ответил, например, гречку. В этот момент я чуть с шезлонга не свалилась от удивления. Наконец-то мои дети осознали, что даже самые простые блюда, такие как борщ или гречка, могут быть невероятно вкусными и полезными. Вот так порой путешествия открывают новые горизонты и вкусовые качества. Итак, девочки, вернемся к приготовлению блюда. Уже в пассированный лук добавляю морковь и сразу мясо. Все хорошо перемешиваю. К этому мясному блюду лучше всего добавить смешанные приправы. Например, я люблю добавлять вот эту, кафе де Парис. Здесь молотая паприка, чеснок, куркума, мускат, базилик и так далее. Также солю по вкусу и закрываю крышкой. Я не обжариваю мясо, а тушу на медленном огне до готовности. И пока тушится мясо, я чищу огурец, нарезаю кольцами. Стараюсь, чтобы у нас в рационе каждый день присутствовал свежий салат. И часто экспериментирую с разными комбинациями, добавляю в салат иногда оливки, брынзу, кедровые орешки. Мне также нравится добавлять обжаренные дольки абрикосов или груши. Также для заправки салата я использую оливковое масло или ореховое масло. Вообще, мое любимое масло – это масло фундука и фисташковое масло. И, на мой взгляд, именно такое масло придает особый вкус салату. Ну и кроме того, свежий салат богат не только витаминами и минералами, но и отлично дополняет основные блюда. Сегодня заправка у меня на скорую руку. 3 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка бальзамического уксуса, 1 чайная ложка сладкой зернистой горчицы и 1 столовая ложка воды. Соль, перец по вкусу. Все, вкусный и полезный салат готов! Тем временем у меня уже готова гречка и мясо. Осталось добавить 150 мл жирных сливок. И теперь необходимо загустить соус. Для этого я буду использовать кукурузный крахмал. Я беру 15 граммов кукурузного крахмала и добавляю 200-250 мл холодной воды. Все хорошо перемешиваю венчиком и сразу добавляю к мясу. Накрываю крышкой и довожу до кипения. Шинкую очень мелко петрушку, чтобы при подаче готовое блюдо посыпать зеленью.
Ну что, друзья, у меня уже все готово. Вот такой у нас сегодня простой, но в то же время полезный ужин. Приятного нам аппетита! Девочки, показываю вам мой образ на сегодняшний вечер. На мне прямая джинсовая юбка с разрезом спереди, покупала в H&M за 30 евро, а также белая базовая футболка, брала в Манго. Также беру с собой укороченный тренч, так как вечером уже прохладно, покупала в магазине Only за 50 евро. Мы сегодня с мужем едем на вечерний сеанс в кинотеатр. Фильм начинается в 20:45, а этот кинотеатр находится в городе Ашафенбург. Нам нужно еще туда ехать, поэтому мы выехали на час раньше. Друзья, мы уже приехали в кинотеатр, который называется «Казино». Когда попадаешь в этот кинотеатр, ощущается уникальная атмосфера, напоминающая бар. Здесь есть выбор разных напитков, а также небольшие закуски и пирожные. Но так как мы были там вечером, выбор был исчерпан. В кинотеатре два зала. Первый зал уютный, но он большой и более классический. А второй зал называется салон. Он уютный, напоминающий библиотеку. Освещен мягким светом, который создает уютную атмосферу. Полки в этом зале заполнены книгами, и это добавляет особый шарм. Таким образом, как бы приглашает зрителя углубиться в мир искусства. Также здесь очень удобные и мягкие кресла и диваны. Здесь можно расслабиться и насладиться фильмом в максимальном комфорте. Также здесь вы можете заказать себе любой напиток и перекус. Друзья, этот фильм, который мы посмотрели, называется «Nur noch ein einziges Mal». Это американский романтический фильм, который полностью совпадает моим вкусом. Я люблю смотреть фильмы с жизненными историями. Я вам от души советую посмотреть этот фильм. И, может быть, этот поучительный фильм откроет многим девушкам и женщинам глаза. И, кстати, кому интересно, есть даже книга на русском языке, называется «Все закончится на нас». Друзья, сейчас я хочу испечь торт медовик на день рождения для моего папы. Для этого нам понадобится 160 граммов сахара, 2 столовые ложки жидкого меда, 2 яйца размером L, 320 граммов просеянной муки, 50 граммов сливочного масла, щепотка соли и 2 чайные ложки соды без горки.
Сначала яйца, мед и сахар смешиваем в стеклянной чаше, а затем ставим на водяную баню. Смесь немного нагреваем и добавляем сливочное масло. Мешаю до тех пор, пока не растворится сахар и сливочное масло. Убираю смесь с водяной бани и добавляю соду, все хорошо перемешиваю. Масса немного увеличится в объеме. Теперь в два этапа добавляю муку. Тесто получается жидким, но муку больше не добавляем. Теперь нам понадобится 7 листов пергаментной бумаги и пластиковый вот такой гибкий кондитерский скребок или шпатель. Чтобы сразу коржи после выпекания обрезать, я буду использовать дно от разъемной формы диаметром 20 см. Выкладываю тесто на лист пергаментной бумаги и довольно-таки тонко разравниваю его шпателем. Выпекаю коржи при температуре 180 градусов. Каждый корж примерно я выпекала 4 минуты. Затем сразу после выпекания еще теплый корж я обрезаю по форме, чтобы получить ровные круги. Сразу убираю обрезки и оставляю коржи остывать на пергаментной бумаге, желательно на ровной поверхности. У меня получилось 7 коржей, толщина примерно 5 мм. Эти коржи не твердые, как печенье, а очень нежные и мягкие. Теперь из обрезков подготовлю крошку. Сначала 100 граммов грецких орехов я слегка обжариваю на сковороде и измельчаю в термомиксе орехи с небольшим количеством обрезков. И, кстати, для крошки я использовала меньше половины обрезков. Ну а теперь я приготовлю крем. И для этого мне понадобится 500 мл жирных сливок, 250 граммов маскарпоне и 60 граммов сахарной пудры. Сначала взбиваю хорошо охлажденные сливки с сахарной пудрой. Когда крем начинает постепенно густеть, я добавляю маскарпоне. И на средней скорости взбиваю еще примерно полминуты. Крем должен быть пышным и держать форму, только постарайтесь не перебить его. Теперь хорошо остывшие коржи аккуратно отделяю от пергамента и собираю торт. На первый корж наношу крем и равномерно распределяю его по поверхности с помощью кондитерской палетки. Накрываю вторым коржом и снова выкладываю крем и распределяю палеткой. Повторяю процесс, пока не закончатся коржи.
Последний корж кремом я не смазываю. Аккуратно обернула торт пергаментной бумагой, фиксирую раздвижным кольцом, накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник на 2 часа. Уже прошло 2 часа и торт хорошо стабилизировался. Остатками крема я покрываю торт, а затем обсыпаю торт крошкой с помощью шпателя. Особо торт не украшала, у меня был дома физалис, и я спонтанно решила таким образом придать небольшой акцент торту. Вот такой вкусный и нежный торт у меня получился. Друзья, мы уже приехали к моим родителям, а мама меня попросила сделать какой-нибудь вкусный аперитив, и я решила сделать лимончелло шприц. Все ингредиенты я захватила с собой. Знаете, друзья, мой папа не хотел отмечать свой день рождения, но так как все равно приезжают поздравить дети, внуки и его сестры, мама готовит большой обед. А главным блюдом на столе сегодня будет бешбармак. И так как родина наша Казахстан, то, конечно же, мы и в Германии готовим иногда бешбармак. Это традиционное блюдо казахской кухни, которое подается обычно на праздник и торжественные мероприятия. Друзья, посмотрите, вот такой красивый и аппетитный стол накрыла моя мама, а говорила мне, что приготовит только один бешбармак. А это кремовый ароматный грибной суп. Папочка, за тебя и за твою доброту. Оставайся всегда здоровым и бодрым. Кстати, вот и тортик в разрезе. Друзья, на этом я буду заканчивать свой влог. Спасибо, что были снова сегодня со мной. Я вас всех ценю, люблю и обнимаю. До следующей встречи!